До 18 марта все желающие могут принять участие в конкурсе творческих работ «Профессия журналист». Его проводит телерадиокомпания «Вектор» совместно с городским центром занятости населения. Стать участником может любой желающий старше 14 лет. Подать работу можно в 4 номинациях. Победителей ждут не только ценные подарки, но и возможность найти работу мечты. Если среди участников конкурса окажутся люди, которые действительно журналисты в душе, то все может быть. Ну и кроме того, например, печатные работы, они публикуются в газете. Выставка фотографий, она организована как раз в центре занятости. Это для детей, подростков, молодежи профориентация, ну а для людей постарше, ну скажем так, уже профессиональные пробы. Работы можно подать по 18 марта. Положение и конкурсная заявка на сайте vektor-tv.ru во вкладке «Проекты».